Центральная избирательная комиссия опубликовала декларацию Владимира Путина, накануне зарегистрированного в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, общая сумма доходов Путина за 6 лет составила 67 591 875 рублей 34 копейки. Источники доходов – зарплата, администрация президента, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсии, военные пенсии, продажи имущества. В декларации также указано, чем на текущий момент владеет действующий президент и кандидат в президенты. Квартира и гараж в Петербурге, две «Волги» 1960 и 65 годов выпуска, «Нива» 2009 года выпуска и прицеп «Скиф». На счетах у Путина, согласно декларации, лежит 54 416 604 рубля 52 копейки. Еще у него есть 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург». Среди обязательств имущественного характера – квартира в столице, предоставленная в бессрочное пользование правительством Москвы, и машина-место в гаражном кооперативе в Петербурге. Это первая, между тем, с 2022 года официальная информация о доходах Владимира Путина. В прошлом году декларации высокопоставленных госслужащих перестали публиковать в открытом доступе. Это в том числе коснулось и президента России.